Так, прям меня слышно? Хорошо. Итак, всем привет. С вами я, Никита. И сегодня мы будем играть в игру про танки. Здесь у нас небольшое в виде мультика. Ну что же. Давайте начнем, что ли, проходить. Так, ладно. Сейчас сделаю потише. Вот так. Хорошо. Давайте проходить, что ли. На сложном. Поехали. Тут у нас обучение. Небольшое. Подвижение, стрельба и так далее. Нам это не интересно. Нам интересно лишь то, что мы еще будем делать. Игра довольно простая, но тем не менее она красивая. Я в нее раньше играл, поэтому я выбрал максимально сложно, чтобы, ну, было интересно смотреть, кем лучше. Сначала объясню, что это за игра, это, ну, просто игра про танк, где ты должен ехать и стрелять из всех, кого попало. Патроны тут ограничены, есть два вида. Пушка и пулемет. Я еще тоже. Так, меня сейчас чуть не убили. Ну и прочее. Эту игру я уже на своем канале быстро, поэтому я, ну, ее пройду в PC. С помощью звезды, но, как видели, мы прокачиваем оружие. Теперь у меня пушка, которая стреляет. Короче, это пушка, у которой пули вылетают очень быстро. Раз. Приехали. Так, ладно. Почему я выбрал? Ну, сложно. А легкая у тебя 5 жизней. Ну, то есть вот этих здоровья. Если мы можем сделать 5 выстрелов. Обычных или, ну, там, по 5 пулеметов. О. И, кстати, пока я, ну, с вами разговариваю, я уже успел подключать пушку. Это еще одна будет, которая стреляет уже сразу тремя снарядами. Ладно. Давайте подходить. Как я сказал, ну, на легкой 5 жизней и средней 3 жизни. Это все просто. Вот мы как люди очень на изи все проходим, то это мы выберем сложно, где у тебя только вот на, ну, здоровье. Когда мы танк погибать, то соответственно пропадает. Я не знаю, как это называется. Ну, типа, пропадает бонус, а что там остается. Я хз, как это работает. Поэтому давайте продолжим проходить. У нас этот танк. У нас еще прокачка до пушки. Ну вот, видите, как она красивая. Просто раз. Вот опять по красным. А можно сначала уничтожить эти пушки, а потом стрелять.
был не трудным, но и не легким. Не, он был довольно легким. Теперь второй уровень. Вот просто слышите музыку. Это лучше саундтрек. Сейчас даже делаю погромче. Просто слушайте. Уровень 3 у нас называется бонус. Это типа просто. Ты типа большой. Там ты будешь стараться получить здание, а у вас меня уничтожили. Но ничего страшного. Все, мы прошли бонус, теперь продолжаем, но по сюжету мы опустились в пещеру. Давайте, собственно, на этом и закончим. Ну, с пещеры. Продолжу в следующем видео. Всем спасибо, всем до свидания. Ладно, всем пока-пока.